чистую водичку надо обязательно с ногами залить, да, Юля? Еду доешь. А то мухи ее доедят сейчас. Ты листики увидел? На. Вот они. Скоро ягодки поспеют. И уже розовенькие-то. Еще что ли? Не то что-то. Ну что у тебя там? Вкусная вода? Скажи, я стою на пляжу. Ножки мочу. Мокренький носик. Сидит, орёт. А сове потом отмываться. Да, сова? Юль, уходи оттуда. Они ж тебя сейчас всю закакают. Вот это было прям по уху только что. Бедная елка. Она не понимает, за что. Сова. Смирилась.
Сейчас они весь свой бомбозапас истратят и улетят копить новый. А потом прилетят еще через час. Да, Юль. Все, убежали. Пойдем чуть-чуть. Нет. Ну, ты встань его на ладонь, то есть сзади подводишь ладонь и другой рукой немножечко его подталкиваешь на нее. Вот так, да. Все кривляешься, например. Ну, уже лучше. Давай еще разок. Давай, вот как раз сейчас снимем этот реакцию на Дроздов. Все, размялся, готов. Да. К приключениям. Надо только твоим телефоном, а на моем включить их громкость. Сове потом отмываться. Да, сова? Юль, уходи оттуда. Они же тебя сейчас всю закакивают. Нет, так не страшно. Ну вот это было прям по опыту. Что... Бедная елка. Она не понимает, за что. Не смотрит. Не показывает. Давай, пошел прятаться. Ну, сейчас распугал, стал прятаться. А теперь прятаться. Ну, первый раз он больше испугался, да? Сейчас mm-hmm. такой же. И чё? И зачем? Настрой. Лучше спрятаться. Все. В нору. Ушел.